Серия 14. Чиюнь, ты наконец вернулся? Я так и знал. Ты не мог оставить меня. Мы получили тайное послание. Шэн Лунь уже прибыл в Сюаньян. Вот-вот назначат дату свадьбы. Если ничего не произойдет, обо всем официально объявят в ближайшие дни. Потому необходимо поторопиться, чтобы Хао Сю успел взойти на престол раньше свадьбы. Ты сейчас серьезно? Аму, приходила ли ты вчера в наше условное место? Или из-за того, что близится свадьба, так и не пришла? Приветствую, король Сюаньян. Отец. Вставай. Благодарю. Через несколько дней все мы станем одной семьей. Ни к чему эти формальности. Я подобрал неплохую дату в начале 5-го месяца. В это время в Линьюнь проходит праздник драконьих лодок, так что и брак нужно заключить в этот день. Во всем полагаюсь на вас, ваше величество. Через несколько дней пора бы приглашать вашего отца. Сюаньму. Приветствуем короля Сюаньму. Встаньте. Я даю клятву на крови, что буду верен и никогда не предам Сюаньму и свой народ. Мы даем клятву на крови, что будем верны и никогда не предадим Сюаньму и нашего короля. Последней воли покойного короля, поклянитесь отныне быть братьями. Перед ликом небес я, Хао Сюй, клянусь стать названным братом Чиюня, во всем ему помогать и поддерживать, и никогда не лгать. Не предам во веки веков. Я, Чиюнь, клянусь стать названным братом Хао Сюя, во всем ему помогать и поддерживать, и никогда не лгать. Не предам во веки веков. Если нарушу клятву, приму кару богов и людей. Если нарушу клятву, небо и земля отрекутся от меня. Для укрепления положения Сюаньму по 50 тысяч солдат конницы должны быть отправлены к границам Сюаньян и Сюаньму. Сюаньму немедля призывает на службу всех воинов, невзирая на их происхождение. В случае наличия добровольцев, принимать на службу и тех, и других. Поклоняемся мудрости короля! С
Сейчас вести о кончине отца и моем восшествии на престол уже потрясли мир. Неизвестно, как отреагируют все племена. Сюаньян и Лин Юнь заключили династический союз в ожидании этой возможности. Их союз с прилегающими территориями превосходит по силе Сюаньян. Существует шанс в корне изменить соотношение реальных сил, и его точно не упустят. Ты хочешь сказать, что Сюаньян точно выдвинет войска? Еще и Тунжэн создает внутренние проблемы. Так еще и снаружи противостоит Сюаньян и Лин Юнь? Чиюнь, а как ты на это смотришь? А чего бояться? Будем решать проблемы по мере их поступления. Амо, положено своими руками сделать вышивку на подушках. Матушка, у меня нет чувств к нему. Матушка, сестренка, плохо, у нас проблемы. Что случилось? В заброшенных землях беда. Седьмой король Сюаньму скончался. Хао Сюй взошел на престол. Теперь он правитель Сюаньму. Более того, Чиюнь и Хао Сюй теперь названные братья. К тому же поклялись друг друга во всем поддерживать. Это свидетельствует об объединении заброшенных земель. Жоцзян теперь до конца будет на стороне Сюаньму. Четвертый брат, неужели это правда? Это высочайший указ Сюаньму. Ошибки быть не может. Ясно. Ступай пока. Нам самой есть о чем поговорить. Да. Амо, ты знакома с королем Сюаньму? Я была в Сюаньму и встречалась там с королем. К тому же, дядя рассказал мне историю о вашей юности. Тогда дядюшка передал мне это. Сказал одну отдать тебе, а другую госпоже Юй. Перед ликом небес! Сюйли! Му Цин Ляожо! А Юй! Мы клянемся стать названными братом и сестрами! Будем всю жизнь вместе делить все горе и радость! Матушка, вы можете мне помочь? Я хочу еще разок попасть на Нефритовую гору. Ладно. Отец, ты уже слышал? О Сюаньму. Да. Раз их король скончался, войны между Сюаньян и Сюаньму не избежать. Раз наше племя уже приняло сторону Сюаньян, нужно, наконец, покончить с этим вопросом. Но красиво. Со свадьбой тебе бы поторопиться. Необходимо основательно подойти к вопросу. Все должно быть сделано наилучшим образом. Слушаюсь, отец. Нефритовая гора. Это перед смертью поручил мне дядя Сюйли. Наказал передать вам. Что ты сказала? Перед смертью? Дядя покинул нас. Субтитры сделал DimaTorzok.
Почему он так и не пришел? Почему? Я ведь так долго ждала! Целых несколько десятков лет! Будем всю жизнь вместе делить все горе и радость. Если нарушим клятву, в наказание пусть будем одиноки до самой смерти. Как она прекрасно в своей скромности ждет, пока я исполню свой обет. Даже любви не стало, пока не решалась открыться. Скромница любила. И оставила после себя красную пищу и кисть. Госпожа Юй! Старшая сестра, Хаосюй! Беда! До Лин Юн и Сюаньян уже дошли слухи. Шэн Лунь и Сяо Янжо вот-вот поженятся. Не допусти распространения слухов и Чи Юню не говори. Сколько собирались держать меня в неведении, Чи Юнь? Я тоже хочу помочь тебе, но в общих интересах... Ну нет. Тогда, в роще на вершине утренних облаков, она дала обещание, что не выйдет за Шэн Луня. Я пойду и спрошу ее. Чи Юнь, обстановка накалилась, нельзя поступать необдуманно. Даже твой отец, будь жив, не смог бы меня удержать. То есть та девушка, что ты искал все это время, и есть Сюань Янжо? Да. Но ведь она уже... Нет! Чи Юнь, я выделю тебе еще 50 тысяч конницы. Если Сюань Ян и Лин Юнь создадут тебе проблемы, Сюань Му выйдет на тропу войны. Спятил? Хаосюй! Но у меня есть одно условие. Вернись оттуда живым. В этой жизни у меня есть лишь один брат, и это ты. Если придется умереть, мне не о чем сожалеть. Амо, ты слышала, что когда мы только выехали за пределы города, люди повсюду пели и плясали? Слышала. Впереди уже виднеется река Сян. Свадебная процессия Шэнлуня будет ждать на другом берегу. По традиции, я могу проводить тебя лишь до побережья. Ладно. Ты так беспокоишься. Сегодня
Мне должно было бы радоваться. Но мне и радостно, и печально. Я бы так хотел, чтобы мы так и не добрались до берега. Не переживай. Шенлунь ведь хороший друг старшего брата. Он будет добр ко мне. К тому же, я всего лишь выхожу замуж и переезжаю, ты сможешь навещать меня. Ты права. Хорошо, что переправа, расположенная в пожалованных мне землях, самая близкая к Линьюнь. Ах да, четвертый брат. Когда же ты сам собираешься жениться? Эй, ты. Наверное, в ближайшие годы. Хорошо, что женитьбу можно использовать как предлог, чтобы пригласить тебя домой. Тогда мы все встретимся и отпразднуем. Ладно. Четвертый брат. Запомни, что ты должен почаще навещать матушку. Не беспокойся, Амо. Я позабочусь о матушке. Не переживай так сильно о том, что творится дома. К тому же у нас еще есть старший брат. Ваше Высочество, Чиюнь ведет в наступление 100-тысячный отряд. Чиюнь? Я понял. Ваше Высочество, что прикажете? Ничего не делайте. Продолжайте ожидать свадебную процессию. Есть! Постойте. Почему я не видел сегодня Цзинши? Генерал сообщил, что ему не здоровится, и он не сможет встретить процессию. Я понял. Можешь идти. Есть! Донесение! Донесение! Докладываю, Ваше Высочество. По сообщениям разведки, войска Сюаньму под командованием вождя Жо Цзян Чиюня подступают к границам. Кто-то в одиночку ворвался в Линьюнь, а его местонахождение неизвестно. Ты ведь не пришел навстречу. Зачем же пришел сейчас? Не распространяйся об этом. Четвертый принц, стоит ли нам избегать условленной дороги к реке Сян? Нет нужды. Продолжаем следовать маршруту. Ну, Амо. Джижо. Это событие не свадьба какой-то обычной девушки. Сейчас Сюаньян, Сюаньму, Линьюнь. Все заброшенные земли наблюдают за мной. Если мы изменим маршрут, все люди в мире могут осмеять дворец утренних облаков. Что мне до их мнения? Я лишь хочу, чтобы моя младшая сестра успешно вышла замуж. Все прочие не обратят внимания. Но вот урожденная госпожа Чан Лэй... Брат. Не беспокойся. Давай отправляться. Продолжаем ход. Чиюнь, не приходи. В этот раз я не посмею прикрыть тебя, чтобы ты ушел невредимым. Наше с тобой обещание было лишь шуткой. Цзэджу. Королева, вы уже 8 раз за сегодня задали этот вопрос. К текущему моменту свадебная процессия должна достигнуть берегов реки Сян. Вы и правда спросили уже 8 раз. Приветствую вас, матушка. Матушка, я знаю, что вам сейчас тяжело. Но я могу поручиться, что позже я привезу Аму обратно, чтобы она повидалась с вами. Вам следует беречь здоровье. На самом деле, я тоже волнуюсь.
Ведь брак Амо был моей инициативой. Но теперь она даже не позволила мне быть в свадебной процессии. В душе ненавидит меня. Я никого из вас не виню. Если уж виню, то только себя, потому что не смогла защитить дочь. Матушка, вы не говорите так. Юйчень, что бы ни случилось, ты ни в коем случае не должен вмешиваться. Ты уже многое сделал. Правда. Все хорошо. Я лишь надеюсь, что ты однажды, наконец, перестанешь хмуриться и начнешь жить ради себя. Донесение! Генерал! По какому поводу паника? Чи Юнь ведет в атаку 100-тысячную армию Сюаньму. Готовится к осаде Сюаньяна Лин Юнь. Похоже, в Сюаньму не очень-то довольны союзом с Сюаньян. Чи Юнь, разве не он занял второе место в соревнованиях героев заброшенных земель? Всего лишь воин, обладающий грубой силой, и только... Позвольте ему пошуметь. Будет отлично, если он сорвет эту свадьбу. А потом я лично со всем разберусь. У нас скоро появится шанс совершить подвиг. Генерал Тун! Генерал Тун! Генерал Тун, туда нельзя! Отпусти! Король сегодня отдыхает, вам нельзя внутрь! Да вы что? Он не видит? Или не хочет видеть? Я прибыл, чтобы спросить его, с чего вдруг в сторону Сюаньян и Лин Юнь были отправлены войска. Разве это не обречет Сюаньму на верную гибель? Генерал Тун, это приказ его величества. Мы лишь подданные. Нам не стоит строить догадок. Син Ман, разве мы с тобой не подданные прошлого короля? Как ты можешь позволить им вытворять такое? Генерал Тун, будьте осторожны в высказываниях. Сейчас Сюаньму правит нынешний король. И его приказы не обсуждаются. А вы? Вы считаете так же? Я не имею ничего против. Ну ладно, скоро Сюань упадет у вас на глазах. Пусть вам нет до этого дела, но мне есть. Генерал Тун! Генерал! В прошлый раз, чтобы спасти отца, Чи Юнь передал ему духовные силы. Он серьезно пострадал и еще не восстановился. Надеюсь, что в этот раз он никому не причинит вреда. Иначе Сюаньян и Лин Юнь поднимут войска против Сюаньму. Это подвергнет Сюаньму серьезной опасности. Сестра, будь спокойна. Я доверяю ему. Он не поставит Сюаньму в опасное положение. Хаосюй! Хаосюй! Большие проблемы. Тун Джен сейчас снаружи кричит, что хочет встретиться с тобой. Я не хочу его видеть. Передай Синману, что его необходимо остановить. Хорошо. Амо, ты ведь моя Амо, не какая-то Сюаньян-Джо. Жди меня, я спасу тебя. Да, было гнездо у сороки, да голубка завладела им. Как девушка эта в дом мужа прибудет навстречу, ей выйдут 100 колесниц. Да, было гнездо у сороки, да голубка завладела им. Как девушка эта в дом мужа прибудет навстречу, ей выйдут 100 колесниц. О небо, свидетелем стань, Водысян в доказательство нам. По воле небес даруем новой семье все счастье огромной земли. Thank you.
Сестренка, ступай. Супруг ждет тебя на другой стороне. Брат. Судя по традициям Лин Юнь, я, наконец, могу быть спокоен. Позаботься о себе. Не бойся, я в состоянии о себе позаботиться. Ты теперь... С сегодняшнего дня ты уже жена. Впредь нельзя быть такой своевольной. А сегодня ты должна быть очень счастливой. Поняла? Ступай. Исчезли! Исчезли! Цинмо, ты уже позабыла о нашей клятве? Твое обещание. Ты решила забыть его? Ты забыла, что дала слово каждый год искать со мной встречи под кроной персикового дерева? Ты правда хочешь стать его женой? Я не понимаю, о чем вы говорите. Сегодня день моей свадьбы. Прошу вас немедленно уйти. Амо, пойдем со мной. Это брат с отцом вынудили тебя пойти под венец. Господин Чи Юнь, вы не думаете, что это неуважение так публично пытаться увести невесту? Что ты сказала? Я уважаю вашу смелость. Неужели вы не знали, что ваш поступок равносилен провокации? Я знаю, что вы с новым королем Сюаньму теперь названные братья. Но неужели вы полагаете, что непременно сможете победить? Сюаньян, так еще и Лин Юнь.
ваше высочество. Приветствую вас. У меня есть о чем вам доложить. Ступай. Слушаюсь, ваше высочество. Пришли вести с границ. Король Сюаньму отправил в наступление многочисленную армию. Командующий Ечиюнь также пошел в наступление. Что? Сюаньму объявили нам войну? Похоже, не все так просто. 100-тысячная армия, 50 тысяч у границ Линьюнь, еще 50 у наших границ. А командующий армией вождь Жудзян Чиюнь в одиночку проник в Сюаньян. Об этом пока еще не знают. Я полагаю, это все как-то связано со старшей принцессой. Потому сперва я пришел к вам. Он посмел проникнуть в одиночку? Я понял. Господин Аньхуа. Я все еще кое-чего не понимаю. Вы первый министр моего отца. Разумеется, вы разгадали главную цель вторжения. Но почему же первым делом сообщили мне? Как же? Неужели ваше высочество оказывается не столь уверен в себе? Я прошу вас объяснить. Хороший человек разборчив в людях, которым служит. Ваше высочество, я думаю, что есть еще вероятность, что за вами будущее Сюаньян. Аму, я знаю, что тебя принуждает вступить в брак с принцем Линьюнь. Все эти дни я таил обиду. Но не бойся. С этого дня тебе нет нужды беспокоиться об этом. Я пришел. Я немедленно заберу тебя. Как бы ни были высоки небеса и безбрежные моря, если ты скажешь, я отправлюсь куда угодно. Я уже помолвлена с Шэн Лунем. И брак с ним вполне естественен. Кто мог меня заставить? Ваше высочество. Чуть